Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. С корпорацией развития Кировской области прорывов не произошло. Такое заявление сделал исполняющий обязанности министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Владимир Сысолятин в интервью газете «Бизнес-новости» в Кирове. По его словам, в корпорации будут приняты организационные меры, но как институт ее сохранят. Корпорация создана правительством Кировской области в 2012 году. Ей переданы в управление промпарки. Также задачей стоит привлечение инвесторов в регион, обеспечение роста экономики. О необходимости ее реформировать говорили неоднократно. 3 года назад такие мысли выдвигали в уже действующем правительстве. Корпорацию видели главным инструментом развития инвестпроектов, но им она так и не стала. Программа «Экономика». Заводу «Красный якорь» выдали 500 000 000 на модернизацию. Выдача средств лесопереработчику одобрена по программе Фонда развития предпринимательства на модернизацию производства клееной березовой фанеры высоких сортов. Завод рассчитывает увеличить производство материалов, которые используются в строительстве, производстве мебели, транспортных средств и для упаковки. Бюджет общей проекта превышает 1 миллиард рублей. Экономика на 101 FM. 7% безработных в Кировской области – инвалиды. В общей сложности это 700 человек. За 4 месяца 2021 года трудоустроено 260 инвалидов или каждый третий, обратившийся за помощью с работой. По данным службы занятости, сейчас на кировских предприятиях специально для инвалидов есть более 2500 рабочих мест. Трудоустроено по квотам 2100 человек. По состоянию на 1 мая работодателями области заявлено более 800 вакансий в счет квоты для приема на работу инвалидов. Экономика. А в завершение о валютах на сегодня. Доллар стоит 73 рубля 24 копейки, евро 89,60. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.